Алчину Рафаэля Фаттаховича признать виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения Алчину в виде подписки о ненадлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взять под стражу, в запись суда, оперироваться, содержать в курсе за 2 курса на России по Республике Башкортостан до вступления приговора в законную силу. Всем, кто приехал меня поддержать, всем огромное спасибо. Я это никогда не забуду. Я свою вину не признаю. Всегда боролся за справедливость, за свой народ, за свою республику. Поэтому, иншаллах, еще увидимся. Что хотите передать людям, которые на улице вас не дождутся? Что я хочу передать? Я не ожидал, конечно, такого. Прокурор просил колонию поселения. 4 года дали колонию, 4 года мы будем обжаловать. Я не понимаю политику Хабирова, вот который сейчас народ приехал поддержать меня. Я не знаю, что будет дальше, вот реально не знаю. Я не хочу, конечно, мы этого не хотели, но всем огромное спасибо, кто приехал поддержать меня. Работаем с народом. Блин, смотрите, что делается. Я считаю плохо. Смотрите, что тупые дорваны! Вы что делаете? Зачем их сбиваете? Gazi verle, gaz. Gazi verle. Hazır mı? Hazır.